Сеялка Оптима. Одна из лучших сеялок точного высева. Эти, наверное, уже более 10 лет. И она очень хорошо работает. По регулировкам здесь, если говорить об отсекателе, есть верхние и нижние отсекатели. Лучший способ настроить эту сеялку — просто идти за ней и смотреть по количеству двойников в лючке, в окошке. И по каждой секции так работать. Это самый идеальный вариант. И очень хорошо получается. Да, вы пройдете километр, но у вас сеялка будет держать норму высева в количестве штук на гектар. Не будет двойников, не будет пропусков. Также важный момент — это выставить сеялку вот по горизонту, по такому уровню. Центральным винтом. По выработке, в зависимости от того, с какой скоростью, конечно, работать, рекомендованная вроде бы 6-8, но бывает так, что обычно работаем 10, работали 10, ну, то есть обычно хватает этой скорости до хорошей выработки и для хорошего качества сева. Здесь идет шкала по настройке нормы высева, все шестерни, которые нужны, таблицы. Работа верхнего отсекателя. Работа нижнего отсекателя. Высота растения на данный момент, ну, где-то 50. По количеству листьев 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 листьев, но она невысокая на данный момент.